Всем привет! Сейчас специально для канала «Все о стиральных машинах» и для сайта washmaster.ru я расскажу, что делать, если вы постирали вещи вместе с туалетной бумагой. К сожалению, такие случаи случаются, происходят, особенно когда в семье есть дети, и обычно в карманах, например, штанов или шортов, может случайно оказаться туалетная бумага. И после этого остаются вот такие белые пятна, все в туалетной бумаге, которые необходимо как-то убрать и почистить с вещей. Но как же это делать? Есть несколько очень эффективных способов. Конечно, вы можете попытаться убрать это все руками, но это очень долгий и сложный процесс, и не всегда он приносит какой-то нужный результат. Есть способ намного проще и быстрее, который не займет у вас много времени и сил. Что же мы делаем? Мы берем обычное пластмассовое ведро, в котором налита вода. Сейчас я долью еще воды. Прямо берем кипяток, чтобы она была горячей. Нужна очень горячая вода. Вот, долили. Вода у нас горячая. Что мы делаем дальше? Ну, в зависимости от того, сколько у вас одежды, наливаете воды, ну, максимум 8-10 литров. И вот на такое ведро мы берем обычные таблетки аспирин, которые продаются в любой аптеке по очень минимальным ценам. Что мы делаем дальше? Мы берем 4 таблетки аспирина и ждем, когда они полностью растворятся. После того, как у нас таблетки растворились, растворяются они в горячей воде моментально, мы берем ваши вещи, которые нужно избавить от туалетной бумаги, и кладем аккуратно, и кладем в это ведро с горячей водой. Оставляем эти вещи примерно на час, но минимум на час. Лучше, конечно, побольше, особенно если в ведре будет много вещей. После того, как время у нас пройдет, мы достаем эти вещи и убираем их сушиться. Отлично будет, если у вас в стиральной машине есть режим сушилка, особенно деликатная сушка. Убираем, они просушиваются, и ваши вещи будут в идеальном порядке. Также, если вы не хотите, например, долго ждать, можно попытаться убрать туалетную бумагу с вещей, например, с помощью валика, либо специальной клейкой ленты. Можно попытаться еще убрать туалетную бумагу скотчем. Особенно очень хорошо убирает двусторонний скотч. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!